Антон Павлович Чехов. Теща-адвокат. Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной, когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу. К нему в кабинет вошла теща. «Я задержу вас, Мишель, минут на пять», — сказала она. «Не хмурьтесь, мой дорогой. Я знаю, что Затья не любит говорить с тещами, но мы, кажется, сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и теща, а умные люди. У нас много общего. Ведь да?» Теща и зять уселись на диване. «Чем могу быть полезен, Мутенхер?» «Вы умный человек, Мишель. Очень умный. И я тоже не глупа. Мы поймем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, Монпетит. Скажите мне откровенно. Ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью?» Зять сделал большие глаза. «Я, знаете ли, согласна, пусть. Но почему же? Наука вещь хорошая, без литературы нельзя, поэзия ведь, я понимаю. Приятно, если женщина образована, я сама воспитывалась, понимаю. Но для чего, Монэнджи, крайность?» «То есть, я вас совсем не понимаю». «Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе. Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва. Науки, книги, там теории разные. Все это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь. Я не позволю. Она моя плоть и кровь. Вы убиваете ее. Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку. Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы, бумаги какие-то переписывает. Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить. Она у вас не видит общества, не танцует. Невероятно даже. Ни разу за все время не была на балу. Ни разу». «Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой. Вы узнаете, каково она мнение о ваших балах и танцах. Нет, Машерь, ей противно ваше безделье. Если она сидит по целыми днями за книгой или за работой, то верьте. В этом никто не насилует ее убеждения. За это-то я ее и люблю. А за сим честь имею кланяться. И прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать». «Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кратка и нема? Любовь связала ей язык. Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь. Да-с, вы тиран и деспот. Извольте сегодня же изменить ваше поведение». «И слушать не хочу». «Не хотите, и не нужно. Невелика честь. Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза. Мне ее жаль. Она умолила меня поговорить с вами». «Ну, уж это вы лжете. Это же ложь, сознайтесь». «Ложь? Так погляди же, грубая душа». Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордашка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней. «Ты слышала? Так скажи же ей, пусть поймет свою дочь». «Мама, мама говорит правду», — заголосила Лиза. «Я не выношу этой жизни, я страдаю». «Вот как? Странно. Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?» «Ты рассердишься. Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья. Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды. Я и полюбил тебя за это. До свадьбы ты презирала, ненавидела всю эту суетную жизнь. Чем же объяснить такую перемену?» «Тогда я боялась, что ты на мне не женишься, милый Мишель. Пойдем сегодня к Марье Петровне на бал». И Лиза упала на грудь Мишеля. «Ну, вот видите, теперь убедились?» — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета. «Ах ты дурак!» — простонал Мишель. «Кто дурак?» — спросила Лиза. «Тот, кто ошибся.